Всем привет! Сегодня мы будем готовить кокосовое печенье. Очень вкусное, очень ароматное. Готовится оно тоже несложно. Надеюсь, понравится, если приготовите. Что нам понадобится? 200 грамм масла. Я его немножко уже заранее достала, размягчила. То есть оно мягкое-мягкое уже стало. Мука. Я ориентируюсь на 250 грамм, но в принципе можно немножечко подбавить. Сахар мы берем по вкусу. Я беру 100 грамм. Можно взять чуть-чуть поменьше. Кокосовая стружка. Вот у меня две упаковки по 40 грамм, то есть 80 грамм. Можно тоже чуть-чуть поменьше взять, если, допустим, у вас другая упаковка будет. Разрыхлитель, одно яйцо, ванилин и имбирь сушеный такой, молотый. В первую очередь сахар мы добавляем к маслу и перетираем. Теперь сюда же нам нужно добавить яйцо. Яйцо не мелкое, желательно даже крупное. И также перетираем. Масло мы сделали. Теперь мы занимаемся сухими ингредиентами. В муку нам нужно добавить разрыхлитель. 2 чайные ложки. Сюда же пакетик ванилина. И имбирь. Тоже буквально вот пол чайной ложечки, может быть чуть-чуть побольше для аромата. Все, немножко перемешиваем. Теперь вот кокосовую стружку я пересыпала, ее нужно пару столовых ложек добавить вот сюда, в тесто. Остальное мы оставим, оно понадобится нам чуть позже. И теперь мы просеиваем муку вот сюда в тесто. И теперь мы все это будем вымешивать. Вот такое тесто у нас должно получиться. Теперь его нужно переложить в пакет и убрать в холодильник. Пока оно достаточно рыхлое, из него сложно что-то сделать. Вот видите, оно не липнет, ничего, его можно просто собрать в комочек. Прежде чем из него что-то готовить, нужно его остудить, охладить. Где-то часок оно, может быть, полежит, пока не станет таким твердым. Перекладываем в пакет и отправляем в холодильник. Тесто у нас немножко подмерзло, так застыло, с ним просто будет удобнее работать. Вот и все. Готовим противень с пергаментной бумагой и кокосовая стружка, которая у нас осталась. И теперь прямо из пакетика отщипываем. И, в принципе, печеньки можете делать, какие хотите. Можно просто вот лепешечку скатали, обмакиваем ее вот так вот в стружке. Хорошенечко, чтобы стружка туда вот вдавливалась. Все, и выкладываем. Можно вот так вот сделать, как пальчики. Вот толщиной не больше вот пальчика. Точно так же. Вот такие получатся длинненькие. То есть, в принципе, как хотите. Как вам больше нравится. Также их обваливаем. И выкладываем. Таким же образом делаем все печеньки. Скатали шарик, лепешечку и обмакнули. Все. Все очень просто. Духовку прогреваем заранее до 180 градусов и отправляем выпекаться. Примерно минут 20. Вы увидите, они просто зазолотятся. Печенье у меня готово. Мы его быстренько перекладываем. У меня осталось еще немножечко теста. Я его сразу доделаю, пока это будет остывать. Печенье у меня готово. Вот целая тарелочка получилась. Немножко уже детки, конечно, поворовали. Оно очень вкусное, именно такое песочное, с кокосовым таким оттенком. Вот видите, оно рыхленькое такое. Очень вкусно. Всем советую попробовать, приготовить. Всем спасибо, приятного аппетита, пока-пока.